Здравствуйте! С вами звездный прогноз на канале ENSC49. Мудрецы говорят, тот, кому удастся узнать свой завтрашний день, будет спокойнее чувствовать себя в сегодняшнем. Так давайте узнаем, какое будущее приготовили нам звезды. Овнам наступающий день принесет то, чего им так давно не хватало – спокойствие и душевное равновесие. Тельцы могут столкнуться с незаслуженными, по их мнению, нападками со стороны начальства. Но не отчаивайтесь, вы же понимаете, это временно. Близнецы, почему бы вам не вернуться к прежним любовным отношениям? Ведь вы уже сделали выводы и разобрались со своими желаниями. Раков могут пригласить на шумную вечеринку. Откажитесь, иначе почувствуете усталость от бессмысленного общения. Львы, звезды считают, что ваше внимательное отношение к родным поможет сохранить уют и тепло в семье. Девы, не стоит тешить себя иллюзиями, что все, кто вас окружает, мыслят так же, как и вы. Поймите, все люди разные. Весы. Резкие перемены настроения могут быть связаны с погодными условиями, однако звезды советуют вам не поддаваться хандре. Одиноким скорпионам нужно быть во всеоружии. Приятная встреча будет иметь продолжение, только если вы проявите инициативу. Стрельцы, наверное, уже устали пребывать в состоянии ожидания, но, поверьте, было бы гораздо хуже, если бы вам было нечего ждать. Козероги могут быть рассеянными. Будьте осторожны, с таким настроем вы рискуете что-нибудь потерять, и, возможно, это будут деньги. Водолеи, откройте свою душу навстречу любви. Новые эмоции и чувства принесут вам ощущение безграничного счастья. Рыбы, не перегружайте себя работой, даже ради большой прибыли. Деньги приходят и уходят, а недосыпание накапливается. На этом все. С вами была я, Яна Соловьева. Надейтесь на звезды и полагайтесь на себя.